Я приглашаю на сцену следующего участника, и это девушка. Татьяна Евдокимова. Выходи, дорогая. Под ваши бурные аплодисменты, друзья. Не стесняйтесь хлопать в ладоши. Там много капилляров, это помогает кровеносной системе и всему организму оставаться здоровыми и счастливыми. Да? Стоечка нужна? И колесо в конце. Вы знаете, я хочу начать свое выступление с благодарности. Как ни странно, почему не странно, с благодарности Гоши. Когда я готовилась к этому выступлению, я изначально знала, что я буду читать, кто, может быть, слышал мои стихи. Я в основном пишу социальные, такие на злободневные темы произведения. Такое рок-н-ролл, короче. И тут мне Гоша пишет: «Таня, у нас вечер с романтическим флёром». Я такая думаю, ну ё-моё. Сначала был, что там у нас, отрицание, торг, принятие. И буквально в течение 2 часов написались эти стихи. Гоша, я тебе благодарна за это. Не было бы твоего сообщения, не было бы этих стихов. Спасибо. Ну что, поехали. Да давай уже по-честному, я самая офигенная тёлка, что у тебя была и когда-либо будет. Я повторяю это в своей голове, прокручивая наши несостоявшиеся диалоги. Давай по-честному, мы чужие люди, и если надо, я пройду в толпе, сделав вид, что не умерла. Давай по-честному, будем честными друг с другом хотя бы сейчас, когда за окном весна и хочется жить, и я вроде не умерла. И ты держись. Спасибо. Ты снишься мне. В основном в кошмарах, где я убегаю от твоих объятий, ты снишься мне. Этого достаточно, чтобы понимать, что я все еще помню, как это целовать тебя и знать, что скоро все кончится, и мы будем счастливы, но не сразу, ведь сначала надо помучиться и найти виноватого. Ты снишься мне уже не так часто, но этого достаточно, чтобы помнить, как ты выглядишь, и случайно не нарисовать тебя. Ты снишься мне. И это уже не шутка, это останется в правом углу полушария мозга. Не у сердца. Сердце занято. В нем тоска. Спасибо. Один прикол. Дважды уже не прикольно. Довольно, добровольно ушли ко дну, а на дне холодно. Но спокойно, не нащупаю большую руку твою, но и слава богу, без нее я могу плыть или ползти по этому дну, неважно. Важно, что обе руки свободны, и если надо, я сама себя обниму и буду отважной. Один прикол, дважды уже не прикольно. Трижды попахивает шизофренией, маниакальным расстройством, зависимостью, да и просто попахивает несвежестью. А я все еще ползу по этому дну. Или мне кажется, что я плыву, неважно. Важно, что обе руки свободны. Свободна я. И если надо, сама себя обниму. Спасибо. И последнее стихотворение. Наверное, самое странное из всех. Ты... Та самая зажигалка за 7 рублей, которую чиркаешь, сука, она не работает. Потому что ничего нельзя купить за 7 рублей. Даже тебя, даже если пририсовать 6 нулей, даже если ты такая одна.
Зажигалка за 7 рублей, в которой что-то сломалось. Казалось бы, чему там ломаться, но все же тебя проще выкинуть и не чинить. Ведь нет ценности в зажигалке за 7 рублей. Даже если пририсовать 6 нулей, даже если ты такая одна последняя на прилавке, не найдется прикурить никогда. А без огня и нет любви. Мне пора, и ты уходи. Спасибо. Татьяна Евдокимова, под ваши бурные аплодисменты. Танюша радует всегда своим творчеством, очень интересным.